Единый центр у нас работает почти уже месяц. За это время у нас обратилось порядка более 80 человек. Из них половина отборочных мероприятий прошли, и остальные проходят отбор. Требования у нас возрастные до 59 лет. В отдельных случаях рассматриваем до 65 лет. Это те граждане, которые имеют гражданскую специальность, родственную военно-учетную специальность. И требования по образованию не ниже 9 классов. Срок контракта от 1 года и более. Рекомендуем мы сами. Сейчас прохожу медкомиссию, медосмотр. Ну и собираюсь. Много ребят оттуда. Много туда уехало. Много новостей оттуда знаю. Ну и в плане то, что надо ехать. Вот поэтому решил подписать контракт. Здесь прям вообще очень все в одном месте. И специалисты такие прям доброжелательные. Анализы там, все это очень быстро. Ну, как бы это понятно, для удобства, для ускорения всего этого. Это очень удобно. Именно мы выявляем склонность к девиантному поведению, да, то есть это преступность, алкоголизация, наркотизация, то есть именно вот в таких случаях, или, например, склонность к суицидальному поведению, да, что-то такое, если выявляется, то, естественно, человек не рекомендует.